я приобрел новый мотоцикл Suzuki 250-ка, кроссовый, водянка. Вот он едет. Сейчас посмотрим, как он на нем будет гонять. А, вот это вот. Думаешь, я буду ездить? А что, ты не будешь тут? Нет. Это же обычная, вот тут горочка обычная, там горочка обычная. Тут уже более такая она прямая, и то с этой стороны можно. Для повышения скилла. Кто? Правил Сережу просто заехать, он какие-то ебеня заехал. Что не газуешь? Заведи свой мопед. Ладно, Сузуки. Я же оттуда заезжал, или вниз. Туда проще, мне кажется, чем наверх. Ну нормально все, что же самое. Едет, только попить. Ты, может, простые хотя бы проедешь, не? Не вот эти. Газу, газу, газу!
Ну, ты тормозишь с горки, надо, чтобы он сам скатывался, позволять ему. Ты когда-то накатал, так и мне как-то на них легко. Тренируйся. Ну, я ж тебе показал. О. Газу! Четко заехал. А ты, если честно, это не он, это не сикаешь. Отсюда спускаться или сюда подниматься? Ну, сначала спуститься, а потом можно подняться, попробовать. Надо больше разгона. Да ёб твою мать. Бля, ну хоть кто-то из вас заехал. Сука. Thank you.
А шуль согнулся. Первый раз ты не разогнался как надо. Вторую в газ полный. Бля, где я там прыгнул? С какой-то... Аж руль сложился, полностью подвеска. И руль еще, блядь, опустилась. Не-не-не. Я там не разогнался, и там смотрю обрыв, думаю, ну прыгну. Баба, руль такой крутит вниз. Сюда, не знаю. Тут более пологая, тут более крутая, и тут ты прям сразу впечатаешься и не заедешь, мне кажется. На этом легче. Ну. Намного легче. От газу дал. Давайте скажу, я так высоко не заеду. Надо заехать, съезжай еще раз. Куда не заедешь? Ты ж не заехал. Заполз. Если б мотик закинул совсем. А так на полшишечки, на полшишечки. Покорили горы, можно со спокойной душой. Прокачался, Сережа. Надо было под лавью сцепление, да, не копать. Ну да, наверное, я не знаю. Как ты об этом вспомнишь?